Здорово, народ, с вами Сид, и я приветствую вас на канале Games Unlimited. Подписывайтесь. Ну что же, здесь я продолжаю играть в Persona 5. В прошлой серии все обернулось круто. Акумуру завалили прямо в его дворце. Это значит, что у него будет ментальное отключение, и, скорее всего, реальная Акумура тоже сдохнет. И во всем начнут по-любому просто винить фантомных воров. Также мы увидели злодея в черной маске, который тоже действует во дворцах. И, блин, нас спалила Кечи. Как все будет двигаться дальше, мы скоро и посмотрим. Ну да, теперь мы подождем, пока сердце изменится. Конечно, подождем. Это будет еще та жопа. Бархатная комната. Социалка с Игорем, наверное, качнется сейчас. Looks like we made a great miscalculation, inmate. Похоже, мы сделали большой просчет, заключенный. Contrary to our assumptions, it seems you have turned out to be quite promising. Вопреки нашим предположениям, похоже, ты оказался весьма перспективным. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. А твои силы продолжают расти, а равно с тем, как растут ваши отношения с вашими контракторами. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. Похоже, что реабилитация заметно выросла. А мы просто боремся с преступниками. Все идет хорошо, промолчать. Все идет хорошо. You are quite a cautious one. А ты очень осторожный. Allow me to warn you on one matter. Позволь мне тебя кое о чем предупредить. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. А быть на пике, это может означать то, что ты можешь упасть. Это может быть началом вашего падения. Unexpected situations are necessary in a game, after all. И неожиданные ситуации в игре необходимы. Да, ситуация сейчас будет охренеть какая неожиданная. Глядите-ка, социалку-то не подняли? Моргану лупит, что ли, опять? Да. Снова этот сон. Что за черт? Я ж человек. Ну, должен быть. Я... Не может быть, чтобы я родился вот так. Так, я не дам себе вот так вот загоняться из-за какого-то сна. Я уверен, что все прояснится, как только мы доберемся до глубины Мементоса. Ну хз, хз. Доброе утро. Эй, ты ознакомливаешься вообще с комментариями в интернете? Там много ненавистников Акумуры, и на нас там большие надежды возлагают. Я надеюсь, что сердце отца Хару скоро поменяется. Ну да, надежда умирает последней. У них на нас большие надежды. А все, что мы можем, это ждать. No way, man. Да, ты прав, но я уверен, что
в этот раз эффект будет более сильным, чем раньше. Как всегда, надо подождать, прежде чем увидим результат. Но, чувак, я так жду этого. Дебил, сам не знаешь, что ждет нас впереди. Да и я не знаю, но... Мне кажется, народное порицание просто гарантировано. Hi, everyone. Ну что ж, давайте начнем урок. Как далеко мы ушли в прошлый раз? Так, это включено. Мисс Чуна, пожалуйста, придите в офис. А Каваками снова нас прикрывает, а что это может быть? Мне нужно отойти в учительскую, а вы убедитесь в том, что занимаетесь. Да. Я собираюсь по... учиться самому, надо знания повышать. All right. Hey. Да что это вообще было? Ладно, давайте возобновим урок. Yep. Каваками, молодец. Умничка. Каваками в директоре школы. Голосуем. Well, then. Так, как обычно, сейчас мы ждем. Так, планы на сегодня, что делаешь? Люди в Шибуе ждут. Начнем, вообще, даже не начнем, а продолжим. Продолжим максить социалки. С Футабой вырастет. Юски Ан ни хрена не вырастет. С Макото может вырасти. Все что ли? Вы? Вам что, жалко что ли? Ну естественно пойду с Футабой, господи. Тут вообще говорить не о чем. Футаба, девочка моя, я иду к тебе. Так, так. Ну здравствуй. Хорошо сидим, да? А, мы сделали все, что могли, теперь мы ждем. А, да. Прости меня за то, что произошло в Акихабаре. Я действительно облажалась. Футаба выглядит весьма подавленной. Может быть, тебе стоит подбодрить ее как-то? Да, да. Что? Чтобы успокоить Футабу, мне нужно, чтобы моя доброта была на селфлесе. Твою мать! Твою мать! Что делать? Что делать? Доброты нет. Мы должны ходить по кинотеатрам и смотреть. Смотреть, что там показывают. Может быть, что-то качнет мне доброту. Я не могу поднять социалку с Футабы. Это... да-да, ладно, пошли. Мы идем. Все, идем. А вечером еще и цветы пойду торговать. Да что же доброту повышает? Так. Да. А ну качнись, падла! Все. Все, я спокоен теперь. Хорошо, отлично все. Замечательно. Ивнинг. You're back. Мой отец недавно начал себя вести странновато. Он заперся в своем кабинете. И в его голосе мало энергии. Ну, это весьма схоже с тем, что было с Мадорамой. И в конце концов, Мадорама поменял сердце свое. Так что не переживай, Хару.
А, так вот как? А, тогда извините, я не хотела вас тревожить. А, никто ничего такого не подумал. Ну, люди ведут себя странновато после того, как их сокровище было украдено. Здесь не о чем переживать из-за вот такой скоропостижной смены настроения. Все будет хорошо, Харл. А, верно. А, но все равно мне полегчало после того, как я обсудил это с вами. Спасибо. А, похоже, что дело с Акумурой закончится хэппи-эндом. А, все, что нам остается, ждать его изменения сердца. Ну, конечно, хэппи-эндом, блять. Так. Для начала нам нужно проверить мой цветочек. Я говорю сейчас не о Футабе. Здоровенький. Так, смотрим. Каваками, максимум. А, чувак, дающий речи. На работе сначала его встретить надо. Что у нас? Шинджуку. С Оей качнется. Акихабара. С Мишимой качнется. Мать твою, я забыл про Мишиму совсем. Совсем. Про другана забыл, который с такими немножко голубоватыми наклонностями, конечно. Но товарищ же все-таки, товарищ, да? Йоски еще страннее выглядит. Ну, по-моему, Йошима чересчур прется по главному герою. Так, ладно, давай. Испытаем нашу удачу. И нам достается кусок говна в шарике, да? Твою мать, все, ладно, я пошел. Мишима, это где? Мишима, ёпта! Братан! Братан. Может, он в аркаде? Где мой братан Мишима, я не понял. Так, краник мы можем это? Не можем. Стоп, там бургер. Там бургер. На полочку же надо новый приз, правильно? Ты что, жопорукий, что ли? Не, ну, мужик! Мужик, нам нужен бургер. Ты все свои 2,5 миллиона изведешь, пока не достанешь мне этот грязный бургер. Давай, сука. Ёпта, тащи. Адская машина, отдай мне его. Да. Бургер в студию, не вздумай срываться, а то знаю я эту хрень. Отлично. Но все-таки Мишима где? А, вон. Чувак, я так испугался, что потерял тебя. А как я так нахрен мимо прошел? Вот так я зашел, да? И пошел искать Мишиму по... Блять. Наблюдательность. Что? А, я пытался в магазин зайти. Да что со мной такое сегодня? Вот не надо было до утра смотреть Е3. Сид, кошмаришь просто. А это так круто! Лихорадка от фантомных воров продолжает возрастать. И фан-сайт просто взрывается. А, так значит, ты сделал ту просьбу, которую я просил тебя, спасибо. А, и есть кое-что, о чем я хотел бы с тобой поговорить, это супер важно. Блять, копы. Мишима, бежим. А, думаешь, сможешь уделить мне прямо сейчас времени? У меня такое чувство, что моя связь с Мишимой скоро увеличится, ладно. Итак, что будешь делать? Хочешь встретиться с Мишимой? Естественно, блин, давай зависнем где-нибудь. Поснимаем цыпочек, черт, говорю, как Рюджи.
А, ты единственный, с кем я могу поговорить насчет этого. А, давай-ка пойдем туда, где потише. What do you think? А, как насчет Инакашира парка ночью? Парка с парнем. Ладно. 200 йен? Не две... Эй! Угу. У меня для тебя одна здоровская инфа есть. Это насчет следующей цели фантомных воров. И она будет громадная. А просто скажи мне уже. Мне не интересно. Ты что-то... Ну, Файрдап это уволен. Ладно, просто скажи мне, Мишима. Да, я знал, что это взволнует тебя, но не нужно меня торопить. Я тебя сейчас в озеро выкину. А, этот парень... Красавчик, молодой актер, который в последнее время было быстро... В последнее время быстро завоевал популярность. Он отлично играет и имеет весьма солидные навыки общения и даже был в разных родах ролей. Если вам удастся изменить его сердце, то каждый начнет обращать внимание на фантомных воров. А нахуя нам менять его сердце? Я что-то не пойму ничего. Логики в твоих словах, Мишима, я не понимаю. Он должен стопудово делать какие-то темные делишки. Я просто знаю это. Охренеть, Мишима, чувак. И нет, я это говорю не просто из-за ревности. Я слышал странный слух, что знаменитый кумир упал в его лапы. Так что вам нужно действовать от имени своих фанатов. Успокойся. Слухи всегда обычно неправдимы. Это вообще не наше дело. Так, успокойся, Мишима. Что-то пойди купнись, в водичке поблескайся. Я спокоен. И думая об этом с моей точки зрения, я считаю, что вы, ребята, можете извлечь выгоду от изменения его сердца. Я к тому, что это должна быть лучшая реклама для вас, ребят. Ну что, отличная тактика, как думаешь? Разве я не удивительный продюсер? Только дождитесь, и я нанесу фантомных воров просто на карту. Вы будете практически купаться в запросах. Похоже, что мотивация Мишимы еще более выросла. Надо его к Такеме сводить. По-моему, он заболел. Ну, немножко. Вместе с Рюджи. Угу, да. Так и сделаем. Все верно, я продюсер фантомных воров. Я не скучный, и я не ноль. Понятно, вас слишком часто шпыняли. Эй, достань свой телефон. Я просто вышлю тебе данные этого актера. Зачем? Я этого не просил. Давай. Зачем?
Не переживай, этот запрос увеличит твою популярность, гарантированно. И как-никак, я единственная причина, по которой вы зашли так далеко, верно? Это так? Да, полюбас, отличная работа, да-да. Так, я что, поддерживаю его шизофрении, что ли? Это неправильно, наверное, было. А, да, это все из-за меня. Ну ладно, надо чуваку самооценку поднимать. Мне жаль этого парня. Не у всех же у нас были какие-то успехи в школе. У некоторых было все так же, как у Мишимы. И хорошо, что у него есть человек, который ему вот так вот помогает, как бы, который дает ему цель какую-то. А фантомные воры преуспели благодаря мне. И фантомные воры меняют мир. Даже не меняют, изменили мир. Это означает, что я тот, кто несет ответственность за эти изменения. Damn it. Это значит, что я никакой не ноль. Убедись в том, что проверил информацию, которую я отправил тебе. Я дам тебе знать, как только найду больше деталей. See you around. Блин, и смешно, и вроде как даже жалко его. Как считаете? Как думаешь, что случится с Акумура Фудз? Shucks. Ну, даже если сердце директора изменится, компания все еще провальна. Представьте, их акции, я думаю, что их акции упадут, или упали. А думаете, Акумура действительно эксплуатирует сотрудников? Такой слушок ходил в последние дни, думаете, это ложь? Если так, то настоящие жертвы здесь это сами сотрудники. Слухи об Акумура Фудз были хорошо известны в индустрии. Ты просто надумываешь. Так. Что у нас сегодня в меню? Что я делаю? Все, теперь мы достаточно добры для детки Футабы. Тра-та-та. Чё, как? А я действительно облажалась, Футаба, поддержи ее, мне хватает. А вот тот полицейский офицер, у него был более большой уровень, чем у меня. Ой, да полегче с этим, Футаба. Ты справилась замечательно, Футаба. Да, надеюсь, я думаю, ты прав. Я к тому, что я все-таки смогла что-то себе купить, как-никак. Но это все из-за того, что ты был там. А в любом случае... А можем мы в твою комнату подняться? Я хочу побольше с тобой поговорить. Так, какой план? Какой к черту может быть план? Мы идем в комнату с Футабой. Хорошо, погнали, Сид.
Акихабаре очень много всякой веселой фигни. А я думаю, я хотела бы сходить, хочу сходить куда-нибудь еще. Действительно похоже сейчас на то, что Саджира хочет, чтобы я вернулась в школу. Но обучение в онлайне гораздо лучше. Даже не приходится покидать дом. Это ничего не решит, это блестящая идея. Так, нет, это ничего не решит, на самом деле. Да, думаю, ты на самом деле очень прав. Просто сама по себе моя учеба отличается от реальной школьной программы. Школа. Если быть честной... Я действительно хочу вернуться. А думаешь, я справлюсь с этим? Если мы будем работать вместе, хочешь, помогу тебе с этим? Я не знаю. Помочь, лапа? Really? Ну, конечно, хочу. И лучше бы тебе держаться своих слов. Я постараюсь изо всех сил. О, точно, я должна сделать список обещаний. А моя мама делала их все время. А она писала мне мои цели на весь месяц. Ну, например, типа, как уборка в доме или выполнение всяких поручений для нее. И когда я что-то заканчивала, она ставила... отмечала конец этого работы этой большой печатью. И она всегда писала комментарии. И это было лучше всего. И как только я все заканчивала, все цели, она брала себе выходной, чтобы провести со мной время. Да, тогда решено, я собираюсь сделать этот лист. Теперь время... подготовить мои идеи. Закончено. Вот мои обещания. Первое. Пойди куда-нибудь, где много народу. Привыкание к большой толпе людей является ключевым фактором. Второе. Пойти в школу. Я хочу изнутри посмотреть, как выглядит жизнь нормальных школьников. Третье. Узнать о своем поколении. А мне определенно нужно больше информации. Четвертое. Научиться нормально разговаривать с незнакомыми людьми моего возраста. Звучит хорошо, как по мне. Еще раз повторишь? Так, да ладно, все круто, здорово. Settled. Я не поставила сроки для этого, кстати. Я хочу попробовать закончить их все рано или поздно, когда-нибудь. И ты должен мне с этим помочь. Я буду еще упорнее работать со своей навигацией взамен этого.
All right. Мемента скан. Ну. А если я закончил с обещаниями, думаешь, мне полагается награда? Я знаю, это очень странная просьба. Но если получить награду, то ожидание финиша этого просто подтолкнет меня вперед. Мотивация, короче. Ладно, я справлюсь с этим. Ой, но я все-таки так измотан от того, что составлял этот лист. Так, ладно, завтра. Я сделаю это завтра. Okay. Так, я собираюсь как ёж укатиться отсюда. Отсылка к Сонику, друзья. Куда пошла домой? Эх, какая она клёвая. Просто мечта. Отец снова сегодня закрылся в своем кабинете. И его реакция была какая-то расплывчатая, когда я с ним говорила. Так обычно все происходит. Ну, Мадорама вел себя так же после того, как его сердце поменяли. У меня дежавю, блять, или этот разговор вчера уже был. А все будет хорошо, не переживай, все, что нам остается делать, это ждать. Вы правы, я верю, что это сработало. Спасибо вам, извините за то, что тревожу и спрашиваю так много. Если будет какая-то подвижка, я напишу вам. Я понимаю, почему Хару беспокоится, но просто давайте дождемся изменения сердца. Не переживайте, все в этот раз будет хорошо. Да-да, хорошо, конечно. Акечи, дружище. Thank you. Ой-ой-ой, пролистал важно. А, черт, еще. Твою мать. I'll see you later. Разговор был... Про Кумура. Я хотел открыть список, гребаный список диалогов. Как-то само собой получается очень заздрасте это все у меня. А вот... Так, бургер у меня тут появился. Появился. Замечательно. Джек Фрод есть. Что у нас присутствует здесь? Каваками максимум. Ивай поднимется. Ивай очень интересная социалка. С мафией, с якудзой. Вся херня. Хифуми. Бля, ну... Мне Ивай интереснее Хифуми. Блин, про якудзу всякие бандитские сделочки интереснее же всегда. Поэтому Хифуми на потом оставлю. Тем более, что с Иваем у меня побольше. Надо максить то, что уже было. Так, ну, я пришел поработать. Good. Так, ладно, давай, как закончишь с уборкой в магазине, давай в заднюю комнату. Ну. Got a minute. Ну, на сегодня все хорошо, но здесь есть кое-что, о чем я хотел бы с тобой поговорить. Это о том секрете, который Цуда упоминал. А есть еще кое-что более того, что я был в якудзе. Я просто хочу убедиться в том, что ты ничего тупорылого не сморозишь, если Каору придет сюда. Тогда я работал с кланом Хашибы.
И одна сумасшедшая дамочка вломилась в наш офис. А это было около 10 лет назад. У нее с собой был этот ребенок, и... она продолжала повторять то, что... она хочет продать его. Как выяснилось, она просто была сторчавшейся отбросом, которая просто искала бабла на дозу. Но как только я отказал ей, она просто бросила ребенка и убежала. И тот ребенок был Каору. И возвращаясь к тому времени, я до сих пор действительно не понимаю, почему я взял его. И мне не только пришлось покинуть клан, а я теперь еще застрял в этом магазинчике, который мне даже не нравится. Каждый день это тяжелая битва. И я до сих пор не решился рассказать Каору о том, что я был в Якудзе. Почему нет? А ты не должен лгать своему сыну. Ну, дай-ка я у тебя спрошу кое-что. Вот как бы ты отреагировал, если бы узнал, что твои родители замешаны во всяких теневых делишках? Такой моя мама была. Она проводила каждую ночь бухая, бегая по городу со всякими парнями. Я не мог просто вот так стоять и смотреть, как она разрушает себя. Часто мне хотелось, чтобы у меня была нормальная мать. И я не хотел, чтобы... Так что я не хочу, чтобы Каору проходила через такую же херню. Я хочу, чтобы у него было действительно хорошее детство. Вот поэтому я и покинул клан. Я сделал все в соответствии с нужным кодом, кодексом. Но теперь отсюда пытается затащить меня обратно. И как только он вспомнил, что я открыл магазин поддельных стволов, он явился сюда, чтобы спросить меня модели для него. Ну, на самом деле, даже не просил. Этот ублюдок просто заставил меня в этом участвовать, угрожая тем, что расскажет все Каору. По правде, вот отсюда много говнишка за плечами тоже. Не только от того, что произошло, когда Каору был ребенком, но еще и на мне, и на остальной семье. Кто знает, что будет, если Каору узнает правду?
И думаю, что отсюда на этом не остановится. Я уверен, что он пойдет дальше и расскажет всем, кому сможет. И когда все будет сказано и сделано, он попытается забрать у меня все, что у меня есть. Shit. И как только вот это мое прошлое вскроется, то люди начнут относиться к Каору так, как будто он ничем не отличается от меня. Как-никак, все же знают, что у дерьмовых родителей дерьмовые дети. И как только на него навесит это клеймо, он с ним застрянет. И когда что-то будет идти не так, он всегда будет тем, кого будут в этом обвинять. Вот как по мне это будет. Вот почему я пошел в Якудзу, никто больше меня не принимал. И именно поэтому я не могу подвести Цуду. У него слишком много сил. О, ты так милый, Вай. Ты жалок просто. Тебе нужно пойти к копам. Ну ладно, давайте как мужик. Ты жалок, чувак, ну просто. Да, ему нравятся такие ответы. Да, ты все правильно понял. Я бьюсь об заклад, что Каору тошнит от того, что у него такой слабозадый папашка. Как я. А в любом случае, я собираюсь продолжать толкать отсюда эти прототипы пушек, пока не выясню, как смогу остановить его. Но этот ублюдок хорошо может скрывать свои карты. Плюс он, думаю, уловил, что я пытаюсь сделать. И я собираюсь 24/7 просто этим заниматься. И хорошо, что ты показался, пацан. Sorry. Прости, что вывалил вот так все на тебя. И ты, скорее всего, ничего не захочешь со мной после этого делов иметь-то. Это правда? Не делай предположений, я здесь за оружие. Так, не надо всяких предположений делать. Ну что ж, это хорошо, если ты хочешь жестко действовать, но, пожалуйста, не забывай следить за собой, малыш. А, я только что вспомнил, что так тебе награду за информацию не дал. А как насчет, чтобы я дал тебе дисконтное особое меню? Я думаю, этого должно хватить. Ну что, хорошая сделка, да? All right.
Черт возьми, это уже поздно, блин. Пора мне возвращаться домой. Он в последнее время очень много ест после школы, скорее всего, опять расти начнет. В любом случае, я закрываюсь на сегодня, и тебе тоже следует отправиться домой. All right. Later. Кого там на завтра несет в такое время? Ладно, хорошо. А театр неподалеку показывает какой-то фантастический фильм. Классический фантастический. Ты ведь завтра выходной, да? Есть какие-нибудь планы? Давай пойдем посмотрим назад к ниндзям. Конечно, я согласен. Да, хорошо. Давай встретимся в Йонгене у кинотеатра в таком случае. Фантастические фильмы всегда увлекательные, но нам надо спать. Завтра выходной с футабочкой. Круто же. Я не могу дождаться его публичных извинений. Они должны разобраться со всеми, кто причиняет проблемы обществу. Так, все, задолбали. Эфирное время мое занимать. Уроды болтают и болтают. Не затыкаются? Привет. Так, значит, ты уже пришел. Неплохо. Ну что ж, пойдем туда тогда. Они что, возвращаются в полном одиночестве? Это просто ужасный культовый фильм. Но я предполагаю, что кое-чему научиться в этом можно. Так, а что повысилось-то? Знания. Неплохо. Ой, чувак, я уже смотрел этот фильм раз 50, но звук в кинотеатре до сих пор впечатляет меня. Знаешь ли, такие sci-fi фильмы это больше, чем просто сумасшедшая сделанная вещь. Это как... мечта, которая может прекратить в один прекрасный день быть мечтой и стать реальностью, ну, воплотиться. Наверное, это похоже на надежду. Ты понял, о чем я? Я думаю, да. Отлично, у тебя есть потенциал. В любом случае, спасибо за поддержку. В этот раз было... гораздо веселее, чем когда я смотрела одна. Может быть, можем устроить какой-нибудь sci-fi марафон у тебя как-нибудь. Так что лучше тебе этого ожидать. Блин, какая она махонькая. Она ему до локтей достает. You're back.
Очередной диалог. Все комментарии неплохие, но некоторые действительно пугают. Там прям хаос. Публичное порицание Акумуры действительно выросло. А ты как, держишься, Харо? Ну, мы недавно получали множество угроз. Получаем, да, угрозы почти каждый день. Это пугает. Ну, у нас хорошая служба безопасности, так что все будет хорошо. Я думаю, как все это закончится, все подуспокоится, Харо. С нами что? Мы же получили больше популярности, а? Давай-ка пока это обсуждать не будем. Я только надеюсь на то, что все подуспокоится. Что ж, друзья, на сегодня выпуск закончен. Я надеюсь, он вам понравился. И жду от вас комментариев с мнением про него под видео. Также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал в YouTube и в Twitch, ссылка на который будет в описании. На этом я с вами прощаюсь, друзья. С вами был Сид. Пока.